Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. В этом видео хотелось бы запустить Dishonored 2 без Динуво от Болдмана. Итак, погнали, значит, какие минималки у игры, сейчас все особенности в процессе. Windows 7 64 бита и выше, Proce i5 24.2.0 или FX8-ядерный, 8 оперативки, игровые видеокарты 660 или 7970 на 2 или 3 гигабайта видеопамяти, ничего себе. На каком ПК я запускаю? Proce AMD FX6 306-ядерный, но 2 ядра отключил, чтобы получить 4-ядерный Proce для слабого ПК. Дальше 4 оперативки, 10 гиг файл подкачки у меня стоит и видеокарта GeForce GTX 550 Ti, 1 гигабайт памяти DDR5. Старенькая немножко игровая видеокарта. Значит, давайте посмотрим. Вот она, 550 Ti, хотя для игры, даже для минималок рекомендовано 660 или 7970, то есть такие вот серьезные карты. Но сейчас посмотрим, что получится. Так, значит, данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабый ПК для игр, чтобы вы ориентировались. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. В том числе, не забывайте, если вы хотите, как и я, стать блогером на сайте RMPC.by, то есть добавлять сюда свои новостейки, в том числе авторское или любое другое видео, трейлеры, новинки и так далее, то ссылочка будет в описании. Видео на объяснение, как добавлять статьи, нужно всего лишь зарегистрироваться и стать блогером, так как я, на сайте добавлять новостейки. Все, давайте все отрубаю, захожу в игру. Хотел немного упомянуть, что местами, может быть, я говорю, что это релиз Болдмана, то есть что он взломал, но нет, это я ошибаюсь, по привычке, это некие стимпанкс, будем еще смотреть, что да как и проявят ли себя вообще. Имейте в виду, могу иногда немножко ошибаться здесь в этом видео. Погнали. Так, ну что, погнали, я в игре. Сначала давайте настройки, а потом в процессе, почему игра не запускается, там у многих, у меня тоже не запускалась, в процессе. Давайте пока full, я поставил пока HD просто, 1280x720, потому что слабый ПК, как-никак. Полный экран, качество все супер низкое, пока поставил все, что можно отрубил. Глубина резкости почему-то врубилась, странно, вроде бы все отрубал. Так, все отрубил, все, что можно отрубил, и в дополнительно отрубил вертикалку, отрубил масштабирование. Масштабирование получается сейчас у меня сотня, наверное, стоит, такое, как и есть, 1280x720. Так, ограничение такое, тройная буферизация отключена, ее лучше отключать, все отключено, в общем, все минималки. Давайте, в общем, захожу в игру, посмотрим, что там да как, и плюс расскажу еще все дела. Погнали, новая компания... Да, пускай такое. Хотя, нет, подождите-ка, давайте-ка обучение, нет. Надо было низкие взять, ну да ладно, секунду. Ну что, здесь мне нужно выбрать, за кого играть. Ну давайте, в общем-то, за Корво, стандартно. Секунду, дальше. Так, ну что, я в игре, самое начало. Давайте сразу же смотреть. У меня 4 ядра здесь, просто нижняя, вот эта ЦПУ, это средняя загрузка всего процесса получается. Сейчас вот на 68%. Значит, где мое окошко? Вылезаю я в окошко и лезу дальше. На старте, кстати, как только, помню, вышел Dishonored, я тестил на этой системе, она вообще, то есть игра фактически не работала. А сейчас вполне себе норм. Да, просто 4-ядерный это даже слабее, чем i3, и загружен пускай, ну бывает на 100%, а так, ну пока 30 кадров. В общем, на минималках 1280x720 под 30, не 30. О, все, по-быстрому валим. Ключик взял, перстень. Сейчас просто хочу пройти по-быстрому это место. И дойти наконец-то до открытой местности такой. Давайте секундочку дальше. Пора вот он. Вот это ствол, вот это масочка, вот это я понимаю. Сколько людей забыло эту маску. Да, согласен. Погнали дальше. Так, ну что, нужно добраться до доков. Погнали. Так, вот уже как-никак городишко. Так, здесь, в общем-то, нужно сейчас буду по-быстрому, хочу пробежать, потому что ж нужно дальше, в локацию другую пробежать, и там будет побольше нагрузочка, как я помню. Сейчас посмотрите, как я тут буду по-быстрому. Получится у меня или нет, ну, никого не убежать, не убивать, а просто пробежать и сесть на корабль. Это, в общем-то, можно вальнуть, попробовать. Здесь красиво, в общем-то. Давайте дальше. Ну что, отсюда я уже и... Капрал Мур проверил королевский покой. Корво Атана сбежал из башни. Надо его найти. Окейшки, найти меня. Давайте, ищите меня, ребята. Ну, пока есть такие просадочки до 12 бывают. Давайте я, в общем-то, все просто попробую пробежать и сесть на корабль. Давай, посмотри, что тут у меня.
Ну, как сказать, я уверен, что слышно. Есть просадки такие какие-то. Сейчас посмотрим, во что упирается. Честно говоря, я даже не знаю, во что упирается. А что такие просадки? Вот сейчас прот сильно прогрузился почему-то. Ну, давайте немножко... Ну, ладно, сейчас, подождите, я уже почти сел на кораблик. Ну, я надеюсь, что мне удастся убежать. Они, правда, и стрелять тут могут. Все, поплыли, погнали по-быстрому. Все, в общем-то, где лесенка? Где моя лесенка? Секундочку. Стойте. Нет, норм. Кстати, тут нормальный FPS под 30-ку, возможно. Ну, сейчас вот он и стабилизировался. Может быть, еще запись видео немножко у меня здесь поджирает. Но, в общем-то, норм. Вообще норм работает. Все, давайте дальше. В общем, сейчас уже новая локация будет. Так, ну что, капельку вам местного сумасшествия. Корва уже опять получает способности некоторые. Это круто. Дальше. Так, суперский арбалет. Лишним не будет. Погнали дальше. Так, ну что, пора выбираться. Наконец-таки свет. Красиво, очень приятно смотрится. Такие пространства открытые. Ну давайте, в общем-то, корабличек мой. Погнали, пора отправляться. Ну что, вот он я на берегу. Сейчас посмотрим, так ли здесь плоха оптимизация уже на второй локации. Ну давайте посмотрим. 20-ка пока FPS. Сейчас загрузку посмотрим системы. Что там за корабль? Ты шкипера знаешь? Ну, 30-ка есть. Ну, есть такие просадки, вот фризы какие-то. Ну, это, скорее всего, за файл... А, я же хотел вам включить без файла подкачки на 8 оперативке. Сейчас, кстати, это сделаю. Ну, как видите, 20-ка FPS есть, но есть фризы. Потому что, смотрите, оперативная 3.7 игра используется с подкачкой 7.3. Игре нужно 8 оперативки минимум, тогда фризов не будет. И даже на слабой системе, типа такой, можно будет играть. Давайте сейчас поставлю чисто 8 оперативки. А так, как видите, ну, под 30 FPS есть от 20 до 30, но есть фризы из-за файла подкачки. Секунду. Так, ну что, я загрузился, поставил чисто 8 оперативки. Сейчас вот еще проц на 100%, но сейчас он разгрузится. Это в самом начале, когда только загружаешься. И посмотрим, фризы должны убраться. То есть, да, будет от 20 до 30 FPS. Но сейчас пока проц на 100% загружен, сейчас он должен разгрузиться. Секунду. Все, вроде бы проц отпустило, это в самом начале, секунд 30-40, да, он слишком грузится там на 100%, но время проходит, и вот смотрите, даже 4-ядерный этот проц 70% только. Я ж поставил 8 оперативки, можно без проблем играть и на 4, но есть фризы. Смотрите, ну ставлю 8 оперативки, вообще 0, просто никаких фризов. То есть фризы за счет того, что оперативки игра жрет больше 6, вот сейчас уже 5,7, смотрите, у меня это чисто оперативная, она сейчас съедает. А вообще будет еще больше съедать игра. Соответственно, за счет файла подкачки, который медленный, ну, появляются фризы, потому что не успевают текстуры все подгружаться. Поэтому советую, как уже до этого я и рассказывал, в таких играх, как Watch Dogs 2, там Mafia 3 и других новых. Сейчас даже на минималках желательно, чтобы было 8 оперативки. Игра у вас будет значительно стабильнее идти. Так, дальше 903 видеопамяти съедает игра и... На 91 сейчас 98% видеочип прогружен. Проца этого хватает 4-ядерного. Для минималок, как видите, вполне себе норм. Такие вот дела. 5,7 оперативки чистые использует игра. Так, что еще хотел сказать? Ну, вы поняли, что если не запускается репак или от FitGirl, или от HotHub, единственное решение, как сейчас, потому что многие запускаются, это проблема в Windows. Или вы какие-то обновы находите, ставите все кучей, или просто перестановите версию с последними обновами. Поэтому такие вот дела. Все, в общем-то, вполне себе норм работает на слабом ПК. Dishonored 2 от Boltman. Тут, кстати, апдейт 3. То есть оптимизон какой-никакой уже присутствует. И это хорошо. Такие вот дела. Все, в общем-то, я думаю, пока можно чуть что и на супер слабом, чуть что на 630-ке запустить. Но там ниже 20 FPS, там уже, не знаю, посмотрим, захотите вы или нет. Все, в общем-то, не забывайте смотреть на ссылки в описании. Давайте я замочу этих ребят. В том числе вступайте в группу ВК. Там можете предлагать игры на ты, что-то спрашивать и так далее. Все, в общем-то. Также, если вы хотите стать блогером вместе со мной на RMPC Buy, ссылочка будет в описании, как добавлять статейки и так далее. Ничего себе, кто-то замочил меня. Все, в общем-то. В том числе будет в описании ссылочка на то, как немножко улучшить графику в Dishonored, убрать мыло. Это я раньше делал. Все будет в описании. С вами был Алекс из сайта RMPC.by. Спасибо за просмотр.